Хочу показать вам крестьян российской царской, как сказать, не знаю, империи, царской России. Делал на днях ролик. Это еще как бы вон платится еще, видите, есть ничего. Это самая приличная фотография, которую я нашла. Это, видите, это уральские крестьяне. Это какой-то Корсунский уезд. Это конец 19-го. Колапочка сидит. Конец 19-го. Даже юбочки, видите. Опять же, не знаю, где такой Корсунский. Так, это Сибирь. Кстати, это вышиванка, мне кажется, да? Вышиванка откуда-то у ребенка. Босиком, да, мама? Я так понимаю, что это что, дом, что ли, типа их, да? Боже мой, это они тут живут. 1911 год. Это у них... я не знаю, что это такое. Ни землянка, ни избушка. Они, видимо, зверюшка. Да, это я уже потом зачитаю, потому что сейчас хочу показать фотографии. Вон Тютчев. Жизнь крестьян. Эти бедные селения, это скудная природа, край родное долготерпение, край ты русского народа. Вот такие огромные стояли избы. Я не знаю, сколько в этих избах жило людей. Может быть, там 15, по 20 человек. Вот они как одна на одну похожи. Видите, абсолютно одинаково, кое-как сляпано. Это что ли, глаз подбит, не знаю. Вот такая вот житуха была. Видите, такие огромные лапти. Не знаю, на размер больше, наверное. Видите, побираются, ходят босичком. Я сейчас прочитаю вам. Ну, как бы, одно дело посмотреть, а другое дело послушать, да? О май гад. У этого даже нету одежды никакой. Не то, что обуви нет. А это, видно, Средняя Азия, да? Эти мальчика или это девочка, я даже не знаю. Это просто жесть. Это просто жесть. Я не знаю вообще, как это описать. Ну тут, о, какой животик у мальчика. Посмотрите, вспухший. О май гад. Смотрите, какие голодные дети. И видно, что разные национальности тут живут. Видите, разные национальности у всех. Ужас какой, а. 1917 год. Вот, лапти, видите? Лапти. И сейчас эти избы ничем не отличаются от того, что было раньше. Такие же стоят избы. А вот 1892 год. Какая-то обувка у него есть. Ну, посмотрите, какая девочка идет рядом. 1892. Это жесть вообще. 1891. Это детки такие. Это фуражка, наверное, уже 1900 какой-то. Это какой-то ребенок даже очень даже ничего. Да подожди, это я уже видела. А вот.
Вот крестьяне. Вот крестьяне. На ногах непонятно, я ничего не понимаю, что это такое. Боже мой, какая у них тяжелая жизнь была. Это жесть. У всех лапти, видите? Все в лаптях. Это, в принципе, даже еще в обувке. И смотрите, своя кормилица, лошадь есть. Это она, наверное, богатая девочка. И это в платье, смотрите, улыбается. Это, наверное, богатые крестьяне. Сапоги, вау. Я бы мальчик непонятно в чем. Ну, пальтишка. Чувствую кулаки. А вот какая национальная одежда. Я, честно говоря, удивилась. Что это за национальность? Крестик висит. Ну, я не знаю, какой интересный головной убор у нее. И тут юбка такая интересная. А мужик как мужик в лаптях. Не знаю. Это жесть. Вот россияне вот так вот всегда жили. Другой жизни они не знали. Удобная. Вот это, наверное, колодец, да? Удобное пушечное мясо, скажите. Покосившиеся избенки. Жесть.